ребятки, нам надо найти еще одну ракушку. Ай-яй-яй, опять рыба укусила, ядовитая. Угу! Бомба, ребятки, нас бомба просто взорвала, реально. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть в игру Hungry Shark. Вы давно меня, ребяточки, просили, чтобы я поиграл в эту игрушку, да все никак не приходило время, все никак не было времени, но сегодня мы все-таки испытаем, ребятки, удачу и поиграем в эту игрушку. Так, ну что ж, собственно, давайте начнем. Так, нажимаем, ребяточки, играть и, наверное, поехали. Посмотрите, какая акула у нас, просто зубастая, просто... Такая вот акула, да. Погнали. Вау, ребята. Мы упали под воду. Ох, ням-ням-ням-ням-ням. Какая же вкусная рыба. Вы видели? Иди сюда, черепаха. Я тебя все равно съем, догоню. Отличненько. Все-таки черепаху мы догнали, ребята. И это просто круто. Так, ребят, я хочу узнать, что мне нужно сделать. Миссии. Давайте посмотрим. Что мне надо здесь? Людоед, награда. Найдите ракушку, чтобы открыть. Найдите рак... Ага, все, ребята. Надо найти ракушку. О, золото, ребята, золотые раки мне нужны. Так, ребятки, надо найти ракушку, чтобы пройти миссию. Так, стрелочка показывает мне вниз, чтобы я плыл вот сюда, вот в пещеру. Что мы, собственно, с вами и делаем. Но по дороге нам нужно не забывать. Отлично. Все, ребятушки, ракушку мы нашли. 2%. Урок плавания. Награда 50. Проплывите 500 метров, ребятки. Мне нужно проплыть 500 метров, чтобы я прошел этот уровень. Так, 500 метров мне надо проплыть. Давайте проплывем 500 метров. Так, ребятки. О, смотрите, какая... О, меня укусила рыба ядовитая. Да что ж такое? Так, давайте теперь ниже опустимся. В самую глубь. Ой, ребята, травма от перепада давления. Сильно большое давление внизу. Так что давайте не будем... Ой, давай-давай, яд, яд, у нее яд, видите? Так что давайте, ребятки, будем потихоньку питаться. Так, нам надо питаться, ребятки, чтобы не умереть от голода. Потому что буквально минута без голода, даже меньше. И мы с вами уже все. Так, давайте вот тут вот поплаваем, поищем еще, наверное... Ай-яй-яй, опять укусила меня эта рыба ядовита. О, вторую ракушку я нашел. Открыта новая миссия, отлично. Отлично. О, ребята, мы даже водолаза съели, вы это видели? Вторая акула, ох, какая она кусючая, ребята. Она меня укусила, пожалуй. Так, а можно мою акулу как-то, ребятки, прокачать? Ай, да куда ж ты опять? Ядовита. Ребятки, голод, голод, надо зажевывать. Никуда не годится то, что я голодный. И это нужно зажевывать. Ох, отлично, ребятки. О, ребятки, мы пеликан, пеликан, иди сюда. Надо было съесть пеликана нам. Ох, золотая мания, ребята, все превратилось в золото. Вы только посмотрите. Круто. О, третью ракушку я нашел, ребят. Ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусная эта рыба. Так, третья ракушка, что она мне дает? Давайте посмотрим. А, нет, третья не нашел. Тропический террор, награда, съешьте 50 тропических рыб. Ага, понял. И 500 метров мы проплыли, ребятки. Осталось только тропический террор и людоед. Найдите ракушку, чтобы открыть. Все, ребятки, нам надо найти еще одну ракушку. Ай-яй-яй, опять рыба укусила, ядовитая. Угу! Бомба, ребятки, нас бомба просто взорвала, реально. Мы восстановились с помощью какого-то камня, что ли, ребятки. Я пока еще не понимаю, что здесь происходит. Ой, моржи меня пытаются съесть. Так, это бомбы, которые, наверное, еще остались со времен войны. Ох, ребяточки, вы видели, как я в драку вступил с этими злыми? Ай, скат, скат, меня укусил скат, да что ж такое? Давай, быстрее плыви. Быстрее убегай. Что это? О, ракушку нашел, ребятки. Я нашел ракушку.
Нет, людоед, нет, нет, это не то. Так, ребятки, ну что ж, я две миссии прошел. Найдите ракушку, чтобы открыть. Но ракушку людоеда я еще до сих пор не нашел. Давайте будем искать. Давайте ниже опустимся. Вот, это не она. Сейчас посмотрим. Нет, ребята, это не она, это не эта ракушка. Так, спец по выживанию. Я заработал новый какой-то себе ранг. Так, отлично. Так, плывем, плывем. Ой-ой-ой, куда ж ты плывешь, а? Я не понимаю тебя. Так, поплыли, поплыли, поплыли. Вот ракушка еще, не знаю, давайте посмотрим. Это она или нет? Нет, не она. Хм. Найдите ракушку, чтобы открыть. Давайте будем искать эту ракушку. О, ребятки, мы уже новых акул съедаем, вы видели? Так, нам надо искать ракушку, ребята. А не баловаться. О, ящик какой-то. О, крабы золотые даже, ребят. Так, ну что ж, пока я, ребятки, на хлеб с маслом мне хватает, не жалуюсь. Так что я пока не голоден. Давайте искать лучше ракушку. Так, ребят, ребятки, у меня падает здоровье от перепада температуры. От перепада температуры. Так что, в принципе. О, ням-ням-ням-ням-ням, отлично, здесь раки большие. Ого, а я не могу их. Я не могу абсолютно. Ребята, быстрее. О, отличненько, хух, я думал, я с голода просто сейчас умру. Давай, иди сюда, ням-ням-ням. А, ребята, что-то я голодный такой. И некого поесть. Неужели я умру от голода? Ой, меня разорвало, ребята, на части. Так, восстанавливаемся мы. И плывем, давайте, наверное, наверх, где есть люди, я так понял. Там нужно искать эти ракушки. Давайте на самый верх поплывем. Ого! Меня акула съела большая, ребята. А у меня нету ракушек, чтобы восстановиться. Все, я, получается, проиграл. Сейчас посмотрим. Так, что у меня есть, ребята? Особые акулы. Поздравляем, вы получили доступ к удивительной лаборатории профессора Кемпштейна. Перейти... Давайте перейдем, ребятки. Так. Так, это моя акула, да, я так понял? Или нет? Или что это? Остаток монеты самоцветов. Откройте сейчас за 900 штук самоцветов или наберите... Ого, это много сильно. У нас пока нету таких акул, ребята, как здесь. Ого, это... Рыбы-убийцы настоящие, ребят. Посмотрите, акула-робот. Вот это да. Нет, у нас пока денег нету на это все. Так что давайте пока вернемся назад. И будем проходить дальше нашу игру. Еще. Хорошо, давайте еще. Лазер мы ей можем... А, мы ее можем улучшать, ребят. Вот, видите? Мы можем ее немножко улучшать, но... Противоядие давайте купим. Так, это что? Бронежилет? Давайте купим бронежилет. И на что у нас там еще денег хватит? А, это 100 этих, не 100 монета. Так, ну, в принципе, все, ребятки. Поехали играть. Посмотрим, что нас ждет на этом уровне сейчас. Вау! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как вкусно. Так, ребяточки, а поплыли, знаете, куда? Нужна акула побольше. Нужна акула побольше, чтобы что сделать, я не понимаю. Вот люди есть. Вот эта ракушка, ребята. Да или нет? Давай, пеликан, пеликан, нет? Так, ребяточки, бронежилет-то мы на акулу надели, это отлично. Но как же нам... Вон золотой человечек.
Но я еще не нашел до сих пор ту ракушку, ребят, которая мне понадобится. Может, давайте займемся ее поисками? Ого, меня, ребята, укусили акулы. Вы представляете? И водолаз хотел заколоть ножом. Ага, иди сюда, мы его съели. А у меня же бронежилет стоит на акуле. Ха-ха-ха. Кто же меня съест, скажите мне, а? Кто же меня съест? Так, а ну поплыли, ребятки. Ой-ой-ой, укусило меня что-то. Что-то колючее меня укусило, ребята. Так, ну что ж, давайте плыть сюда. Ой-ой-ой. Вот это я подорвался, конечно же, на мине. Ребятки, перепад давления я-то понимаю, что большой. А где мне достать ракушку для того, чтобы кушать людей, чтобы проходить дальше миссию? Вот это вот мне непонятно. Какого-то пришельца я нашел, но... Так. Так, травма от перепада давления. Ребят, я сильно глубоко занурился, и теперь у меня теперь травма от перепада давления. Ребяточки, я погиб. Так, ну что ж, дорогие друзья, не стоит заощряться на этом. Сегодня мы с вами играли в Hungry Shark. Мне она не особо понравилась. Если вам эта игра понравилась, ставьте пальчики вверх, дорогие друзья. Если вы хотите, чтобы я продолжал в нее проходить, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. В общем, встретимся в следующих, ребятки, видеороликах. И там мы будем играть в другие игры. Так что, дорогие друзья, пока-пока.